Доброе утро, уважаемые люди. Сейчас разговор пойдет о магнитном двигателе. Возможен ли магнитный двигатель вечный? Сейчас подставлю. Так, вот тут штучка у меня. Вчера показывал. Вот она, видите, движется. Вот тут зацепилась. Потому что неправильно ставлю. Значит, надо двигать вот так. Видите, раз, 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 раз. Вот он движется бесконечно. Но тут надо приспособить-то все. Приспособить, чтобы вот это вот, вот это вот надо механика хорошего. Я-то в основном электрик. Так. То есть сделать так, чтобы вот это вот как-то качалось. То есть смысл в чем здесь? То, что нельзя замыкать круг. Она появляется, вот тащит, вот, тащит, вот, тащит. И сразу надо его в сторону. Если оно оставить его, оно соприкоснется, круг замкнется и остановится. То есть надо как-то вот то, магнитик приспособить. Вот в чем суть-то тут. То есть получается, что вечный двигатель возможный, но в разрыве, видите, вот. В разрыве надо быть, чтобы оно вот в разрыве было. Вот оно идет. Оно крутится. То есть вот это вот я держу рукой, это надо как-то приспособить, чтобы она вот так заходила и выходила, заходила, вот так. Заходила и выходила. Ну, то есть тут надо, тут чистая механика. То есть сам процесс уже понятен. Вот. Вот она в обратную сторону, это я в обратную повернул, сейчас так опять. Куда повернешь, туда и двигается. Вот. То есть он должен стоять вот тут вот, вот сейчас покажу, вот, чтобы его тянуть, вот. Вот ставим. Видите, вот посередине поставил, но раз сюда пришло, надо убирать сразу. Вот так поставил, раз сюда. Здесь убираем. Тогда оно идет. Ну, то есть она должна вот заходить и выходить. То есть тут чисто хорошего механика надо. Как говорится, мне бы, если кто есть механики, давайте вместе работать. Попробую сам что-то сделать. Сложно, но чистая механика надо, чтобы она вот, вот так заходила, выходила, заходила, выходила. И тогда она крутится. Это все можно изготовить в большом объеме, большой магнит, и давать мегаватты, киловатты, мега тысячи там, короче, вот оно будет крутиться. Только надо сделать, чтобы оно выходило или там. Или как-то там, чтобы оно сгибалось, давало проход, вот чтобы раз вот так сгибалось, вот. Сгибалось, уходило, вот. То есть принцип понятен, я вам показал принцип. Тут, в общем, дело в механике. Значит, вечный двигатель возможен, вот он реален, вот он. Вечный двигатель на магните. Но надо приспособить вот механику тут, поработать. Так что беритесь за дело, кому интересно. Я тоже буду пробовать приспособлять это все. Это я показал, что сам смысл в том, что двигатель возможен, вот, что вечный двигатель возможен именно на магнитах. Вот один маленький магнитик, вот он, и вот он крутится, вот, подставляя его, кто подставляя и убирая, чтобы он не мешал движению, вот, подставляя, убирая. То есть надо сделать здесь вот, подумать хорошенько. А сам принцип-то вот он, чтоб цепь не замыкалась, то есть он должен тянуть. Когда замкнута круговая цепь, оно, как говорится, останавливается, выравнивается сила. А тут раз и убрал, и оно идет. В этом вся и суть, почему у людей не получались вечные двигатели, потому что нельзя замыкать это все. Вот так оно работает. То есть тут надо просто приспособить, подумать хорошенько. Как я и говорил, хороший механик.
чтобы это было автоматически, появлялось и уходило. То есть любую энергию можно черпать, увеличить размеры, это сюда там генератор поставить, да что угодно. Но поработать надо, не так просто оно все. В принципе, к чему это показал этот фильм, ролик, чтобы поняли, что оно возможно, но надо поработать. Магнитный двигатель, вечный магнитный двигатель возможен, но надо поработать. А насколько это магнит, лет на 100, наверное, хватит его. Ну, не вечный, на 100 лет тоже неплохо. Вот так вот, чтобы она заходила или где-то пряталась, или сгибалась, ну, это, в общем, механика. А так она остановится, вот. Видишь, остановится. И она опять сюда. Опять сюда. Или хотя бы раз там, вот она крутанулась, раз подставил. Раз, раз, раз. Вот она останавливается, допустим. Опять подставил, пошло. То есть система вполне рабочая. На этом все не заканчиваем, как говорится, надо делать. Все это, видите, реально оказалось. Сложность саму приспособить, чтобы оно появлялось, вот допустим, как палец здесь появилось, и уходило. Чтобы давало, чтобы крутиться. А если по кругу, оно останавливается, потому что это самое, силы выравниваются. Преграда. А так, если она будет, или она туда будет уходить, допустим, вовнутрь, или она будет сгибаться как-то, пропускать, а потом опять, пропускать опять, то есть, вот такую систему. И это будет работать вечно. То есть, направление, как говорится, дал и вам, и себе, как говорится, ничего невозможного нет. Вполне возможно это разработать в ближайшее время. Ну, все, до свидания. Будем продолжать работать.